жизни, оказывают, что медицина есть наука о лечении одних только богатых и свободных людей. По отношению ко всем остальным, она являлась теоретической наукой о том, как можно было бы вылечить их, если бы они были богаты и свободны. А то, что за отсутствием последнего приходилось им предлагать на деле, было не тем иным, как самым бесстыдным поруганием и бесстыдным. Медицина есть наука о лечении людей. Но в жизни оказывалось, что медицина есть наука о лечении одних только богатых и свободных. По отношению ко всем остальным, она являлась теоретической наукой о том, как можно было бы вылечить их, если бы они были богаты и свободны. А то, что за отсутствием последнего приходилось им предлагать на деле, было не тем иным, как самым бесстыдным поруганием и бесстыдным.
Помните, когда уж меня не будет, что
старик говорил нам добро. Прощайте, Путин.